Добрый день, дорогие друзья. Что делать, если вот вам попался такой телефон, как Lenovo S860, и у него перепутаны оси датчика ориентации, поэтому при съемке видео или в играх будет происходить вот то, что сейчас вы посмотрите на видео. Супер. Единственное, что поможет в этой ситуации, это обмануть датчик и сделать калибровку датчика в положении на боку. Выключаем наш телефончик. Зажимаем кнопочку громкости вверх и кнопочку питания. В этом меню нажимаю кнопочку Home, затем в этом новом меню опять нажимаю кнопочку Home, затем стрелочку вниз, опять кнопочка Home, затем в этом новом меню нажимаем кнопочку Home на первой позиции. Калибрует, опускаем на вторую позицию, Home, есть, откалибровала, третья позиция, опять Home, прошла калибровочка, в конец и Home. И в последнем меню опускаемся в самый низ, опять нажимаем кнопочку Home, и телефон у нас перезагружается. И теперь единственное, что для правильной работы камеры, либо в играх, вот, если мы включаем наши настройки, они все равно перевернутые, но при этом камера будет снимать как положено. То есть единственное, что надо будет делать, это перевернуть телефон в горизонтальное положение, опять его поднять. И вот видите, все настройки как бы идут правильно, и делаем... То есть в правильном положении надписи и снимаем вот видео. Снимаем видео. И смотрим видео. Датчик ориентации у нас включен. И как видите, вот наше видео тоже идет в правильном положении. То есть вот таким путем, обманув датчик ориентации, мы, в общем-то, можем решить эту проблему. Спасибо за внимание.